А была ли драка? В региональном управлении МВД опровергли слухи о якобы имевшей место драке сотрудников Селекуликова Калачинского района. На одном из новостных сайтов накануне появилась заметка о побоище в районном кафе. По версии журналистов, в кулачном бою сошлись 60 полицейских, отмечавших уход на пенсию своего коллеги. Следственный комитет провел проверку. Оказалось, что 15 октября в деревне действительно отмечали начало заслуженного отдыха одного из местных стражей правопорядка, но среди гостей было не 60, а трое действующих полицейских, которые в это время службу не несли. Как оказалось, о драке ни следователям, ни местным жителям ничего не известно. Кстати, само заведение сейчас закрыто, причем, судя по замку, основательно и надолго. Проходило мероприятие, на котором присутствовало три действующих сотрудника полиции. Какой-либо драки, а тем более, если в СМИ указывалось о том, что там в драке принимало участие порядка 60 полицейских, эта информация не подтвердилась. Первоначально установлено, что каких-либо ссор и конфликтов на указанном мероприятии не было.